Всем привет, это 12-я серия сериала «Нелюбимая дочь». Вы, наверное, подумали, что типа, что это были за маленькие видео? Самое большое там было из них 30 секунд. И зачем ты их вообще выложила? Ну, я их выкладывала, чтобы вам было не скучно ждать следующую серию «Нелюбимой дочки», как бы, чтобы вы хотя бы маленькими видео, чтобы вам было смешно, чтобы у вас было хорошее настроение. Я специально их сделала. Надеюсь, вам они понравились. А теперь приятного просмотра. Смотрите эту серию «Нелюбимой дочь». Так, дорогая, мне кажется, мы сюда слишком поздно пришли. Да нормально мы сюда пришли. Дети, идите. Да, мы идем. Здравствуйте. Здравствуйте, можете просканировать моего ребенка? Да, хорошо. Сейчас мы определим, это мальчик или девочка. Так. Теперь нужно использовать антисептик. Ну, конечно же. Так, теперь. И. Это мальчик. Ура! У нас будет еще и мальчик. Зачем нам мальчик? Я девочку хотела. Я тоже. Вы не можете определить цвет волос? Вы что? Совсем что ли? Совсем что ли ненормальная? Это невозможно здесь. Это пока невозможно, пока он не родился. Ну не надо. Спасибо хоть за это. У нас будет мальчик. Ну вот. Кстати, вы пришли сюда слишком поздно, и поэтому до завтра. Что? Так, надо быстро подготовиться. Так, быстро идем домой, надо подготовиться к этому. Ну, хорошо, идем домой. Так, быстрее, нужно купить ему игрушки и одежду. Сначала мы, наверное, выберем игрушки. Да, надо это сделать побыстрее. Что завтра он уж родится. Да, как-то я это не ожидала. Так, что мы выберем новорожденному мальчику? Наверное, вот такой вот. Такое вот облачко дальше. Возможно, этого лесного чудика. И думаю, ему такое понравится. Ну и думаю, такого динозаврика. Зачем ему это все? Девочки, ну он же новорожденный, ему нужно очень много игрушек. Ну да, теперь вы меня не будете любить. Будем, будем, дочь. Но не будем, если он родится со светлыми волосами. Ну вот. Ладно, все, идем в другой магазин с одеждой. Так, думаю, нашему мальчику понадобится вот такая вот одежда. Вот такая вот одежда. Дальше нам, думаю, понадобится вот такая вот собачка, потому что мальчики любят таких вот, такие вот игрушки. Я сама вот это понесу. Дальше нам, наверное, понадобится горшок. Я в этом уверен. Да, дорогой, ну почему-то только для девочек горшки. Да ладно, желтый для мальчика сойдет. Придется что-то в руках нести, дорогая. Тогда понести вот это. Тебе нельзя много тащить. Ну и, конечно, ему понадобится бутылочка. Так. Оплачивайте. Мы сейчас еще подгузник возьмем и все. Все. Оплачиваем, как обычно, одной картой. Потому что нам. Что мне нужно больше, чтобы все оплачивать. Идем, девочки.
Итак, мы обошли все магазины города, и, надеюсь, этих вещей хватит нашему маленькому красавчику. Вы заставили меня нести этот тяжеленный корабль. А меня этот самолет, полный 100 тяжелых пассажиров. О, это девочки, не ленитесь. Если у вас будет хороший брат, то он и вас полюбит. Да, да, конечно. Хлоя, успокойся. Просто я ему завидую, сколько они ему купили игрушек, а сколько мне. Хлоя, не завидуй брату. Вообще-то мы тебе тоже столько игрушек покупали, когда ты была маленькая. Я не помню ничего. Так, давайте раскладывать вещи. Тут, конечно же, большинство игрушек. Ну да, ему же нужны игрушки. Угу, обязательно в таких количествах. Так, проводики. Котик будет его любимой игрушкой, я обещаю. Самолет отдавай, Эмма. Так, наша банковская карта. Просто так рада, что у нас теперь будет, в принципе, мальчик. И, кстати, если он будет с темными волосами, то мы будем его ненавидеть. А вас будем любить. Ну, хоть в этом плюс. Но очень маленький шанс, что у него будут темные волосы. Поэтому берегитесь. Ой-ой. Ну ладно, это еще возможно, так что вы не думайте. Так. У него везде будут шапочки. Но пока эту швабру можно убрать, потому что пока еще не родился, и мы не знаем, каким он будет. Хорошим он будет или плохим. Поэтому пока можно об этом даже не думать. Так. Ему будет такой хороший типа наручничек. Так. Динозаврик, все его игрушечки. Мы ему очень много игрушечек набрали. Ну и его косы. Вот так вот. Тут будут его... Другие вот эти вот игрушки, которые не влезут туда. Хотя нет, влезут же. Так. Вот этого я, наверное, сюда поставлю. Швабру пока можно убрать, она пока не нужна. Так. Ну, куда деть собаку, я не знаю. Наверное, тоже сюда. Вот эти игрушки пусть будут. Ну вот так вот. Вот и все, ждем завтра. Да, ждем, пока начнется ад. Так, девочки, это еще не обязательно, так что можете не расстраивайтесь. Да, блин. Так, в общем, это нужно выкинуть, но нам пока не нужно. Ладно, мы пока пойдем. Я не хочу даже спать ложиться. Хлоя, надо, потому что мы ходили целый день. Даже не заметили, как вечер пришел. Ну да. Ладно, идем спать, все-таки придется. Нет! Эх. Так, где моя пижама? Хотя, стоп. У меня что, новая пижама, что ли, появилась? Круто. Родители, правда, меня теперь любят. Только нужно эту одежду сложить. Корона мне тоже не нужна. Все, не могу никак поверить, что они меня наконец-то полюбили. Рексик. Ты кушал вообще сегодня что-нибудь? Потому что как бы у нас сегодня не было полдня. Вроде бы да.
Вот моя любимая игрушка, надо спать. Уже утро, так настал день. Так, стоп, почему у меня волосы горят, как кракозябра какого-то? Никогда не было таких волос, как дракон какой-то выгляжу. Надо пойти хоть причесаться. Вот теперь другое дело. Эмма, бежим! Уже время ехать в больницу. Хорошо. Только переоденусь. Идем. Так, быстрее, быстрее. Вот ваш мальчик. Что? Вы точно ничего не перепутали? Почему у него темная кожа? Мы точно ничего не путали. Может, вы реально попутали? Мы не путаем никого. Этот мальчик был подписан как ваш ребенок. Ну хорошо. Если это мой ребенок, буду о нем заботиться. Ну ладно, поздравляю с новым ребенком. Эх, я тоже думала, у него будет нормальная кожа. Опять эта бабушка все подлежалась, ваша. Бабуля не могла ничего такого плохого сделать. Могла, ведь у нее такая плохая кожа. Это нормальная кожа. Ну, может быть, для людей, которые с темными волосами, Эмма, как ты. Но если у него будут светлые волосы, то это будет большая редкость. Чего? С темной кожей, со светлыми волосами? Такого же не бывает. Бывает, но безумно редко. Если это будет редкость, то мы его полюбим. Не плачь. Надеюсь, это будет редкость. Какой же он милый. Просто маленькая прелесть. Угу. Приготовлю ему молоко. Хороший маленький мальчик. Давай, я буду держать, а ты будешь давать. Хорошо. А кто у нас такая прелесть хорошая? Послушная. Надеюсь, волосы у тебя будут красивые, как у нас. А я что-то не надеюсь. И я. Пойдем в твою комнату, малыш. Надо будет придумать тебе имя. Как насчет... Как насчет Кирилл? Ну, даже не знаю. Скорее, не хричанок. Может быть, у него будут светлые волосы, и он будет намного красивее, чем мы думаем. Давай поменяем его подгузник. Да. Нужно обязательно надеть ему наш красивый подгузничек, а не тот, который у него. Так, я буду кремом мазать, протирать его. Его слишком сильно любят. Да. Они даже думают ему имя сразу. Только сейчас начали об этом думать. Надеюсь, они не всерьез. Так. Вот так, готово. Подгузник поменен. Так, вот и все. Хороший мальчик. Давай поиграем. Вот, смотри, какой у тебя есть кораблик. Смотри, какой красивый, да? Ему нравится. Ну да, сразу видно. Хороший мальчик. Когда это они так со мной игрались? Вообще-то игрались. Ну, давно же.
Ладно, мальчик, тебе пора спать. Ты у нас маленький, хорошенький. С ним что-то не так, так быстро. Нужно ему дать молоко попить, чтобы он перестал. Хороший мальчик, молоко еще теплое. Хороший мальчик. Успокоился. Он спит, как это мило. Боже мой, мне уже это слово заело. Мне тоже. Какой же он хороший. Надеюсь, когда вырастет, тоже будет послушным. И вырастет безумно красивым. Надеюсь, нет. Спокойной ночи. Да, спокойной ночи, конечно. О нет, новое утро. За что мне такое? Ну вот. Сегодня надо идти в школу. Ну ладно. Эх, все-таки придется идти. Надеюсь, там будут хорошие друзья у меня. Потому что в той школе меня не любили. Надеюсь, хоть в этой будут любить. Может, хотя они меня полюбят, потому что у меня красивая одежда. Может быть, это сделает меня более популярной. А то у меня была такая ужасная одежда, что вспоминать не невозможно. Вот это вот одежда. Но ведь она, конечно, хорошая, я знаю. Но вообще она ужасная. Так, у меня очень мало карманных денег. Раньше у них вообще не было. Так, ну и телефон надо взять. И бак надо обязательно забрать, естественно. Ну ладно. Надеюсь, в этой школе меня полюбят. Надеюсь, в этом садике меня полюбят. Ой, Хлоя, Эмма, ты тоже сюда пришла? Ну да, я уже собралась, как бы. Чё ты свою корону не надеваешь? Да блин, забываю постоянно. Надо ещё будет покушать, да. Чё ты свой портфель не берёшь? Да я не буду его брать. В этой школе вроде должны, в этом садике должна вроде хорошую еду давать сразу. Мам, пап, когда вы будете кормить? Может быть, сами приготовите себе? В смысле? Ну, мы как бы за нашим Адрианом смотрим. Вы его уже назвали? Ну да, мы его назвали, он будет Адриан. Вот это вы совсем, даже нас не спросили. Ну, это как бы наш сын, а у вас только брат, поэтому мы будем решать, как его назвать. Девочки, ну мы вам приготовили еще заранее. Это должен быть завтрак в постель, а у вас будет просто завтрак. Вот, держите. Вам одинаковый завтрак. Ну ладно, мы будем дальше следить за нашим Адрианчиком. Давай, детка. Тихо, тихо. Нам пора тебя кормить. Сейчас погреем тебе молоко и будем его тебе давать. А тебе будем прихлопывать. Ага, мушечка, чтобы ты не плакал. Какой же ты милый. Фу, противно на это смотреть. Да, и правда. Так, чайник можно убрать. Фу, реально, как это противно. Как им это не противно. Да. Так, что-то у меня мое печенье открылось. Хотя бы печенье не противно. Это противно на это смотреть. Ой, не могу просто на это смотреть. Какой ты милашка. Вот, держи. Мамочка подержит твою соску, а твой папа покормит. Хороший сыночек.
Милый. Так. Это все ставим на место и идем в комнату. Надо еще чай выпить. Мам, пап, а мы же не знаем, где находится садик и школа. Вы будете нас вообще туда вести? А кто будет за Адрианом смотреть? Да что со своим Адрианом? Няню ему вызовите. Няню? Он ведь новорожденный. И что, няню можно ко всем возрастам? Нет, он подумает, что она его мама и будет любить только его. Бросьте. Тогда кто-то из вас может нас отводить, а кто-то за ним следить. Давай я буду за ним следить. Нет, я буду следить. Нет, я буду следить. Мы не можем его поделить. Ой, короче, мы поделим. Пененьки съели вареньки. Все, папа идет с нами. Что? Так быстро? Ну ладно. Хорошо. Ура! Ты за еще раз будешь ты смотреть за ним? Ну, хорошо. Я останусь с Адрианом. Уж я хорошая нянька, обещаю. Ладно, девочки, собирайтесь. Идем, я вас отведу. Кстати, ты будешь корону одевать, Эмма? Блин, опять забыла ее одеть сейчас. Я быстро. Кстати, надо клубнику полить. Так. Стоп, а где моя корона вообще? Короче, я ее уже потеряла. Я не знаю, где она. Я не знаю, где моя корона. Я ее потеряла. Ничего ты не потеряла. Завтра поищем. Завтра? Так, все, Эмма. Вот твой класс. Все, Хлоя, отвожу тебя в твой садик. Всем привет, звонок уже звонил. Да, ты опоздала. Нет. Простите, простите. Почему тогда еще никто ничего не пишет? Потому что учитель тоже что-то опаздывает. А, понятно. Все, я пришел, так что давайте начнем. Угу, давайте. Ты ноутбук свой спрячь, я его сейчас выкину. Не надо. Так, кстати, это мое кофе, а ты чего воруешь? Ничего не воровал. Так, все, пишем примеры. 124 поделить на 4 равно сколько? Записывайте это в тетрадке. Хорошо, 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 хорошо. Кстати, Сабрина быстро спрятала еду. Простите. Не знаю, где твой портфель, так что спрячу сюда. Так, надо все вот это все записать. Так, сейчас запишу. Так. Теперь записываем другой пример. И Марк выходит к доске. Я? Да, кто еще? Итак, записываем. Двести пять. Да ты что, 2000 написал? Простите. Сейчас двойка будет в журнале. Не надо. 205 умножить на 30.
Ого, это что за пример? Мы это вообще-то еще в 4 классе проходили. А ты сейчас в 7. Ну да. Простите. Сейчас напишу ответ. А можно это в столбик сделать? Нет. Вообще-то надо в столбик. Ой, ну делай все в столбик. Спасибо. Пожалуйста. 0 на 30. Так, 3 на 5. 3 на 5 будет 15. Ноль на 3 будет сколько? Будет 3? Будет 0. Последний раз пять подсказывал. Простите, простите, простите. Так, окей, тогда 1 пишем. Или как? 2 на 3 будет 6. 6150. Молодец, с помощью таблички. Вообще-то это неправильно. Ну, молодец, хоть что это сделал. Неправильно, а что тогда я молодец? Да просто. Я знаю правильный ответ, ведь я списываю с ГДЗ. Ты чего? А если она тебя спалит? Ты не спалит, все нормально. Эй, ГДЗщик, я сейчас вас спалю. Не надо. Я тебе шоколадку завтра дам. Ну окей. Ты совершенно неправильно, поэтому тебе 2. За что? Ладно, 3, потому что ты хотя бы попытался, и потому что я добрый. Все, кто следующий к доске? Чернея. Так, Космика, выходи. Да за что я? За то, что у тебя нос как у Буратино. Что? Да ничего. Так, ну тут получше стереть. Записывай пример. 200. Нет. 100. Какие 200? 400, я сказала. 448. Да не пиши ты такими корявыми, боже. Пиши нормальными. 448. Вот это твой садик. Ну, папа. Я же боюсь. Ты не бойся, пошли новый садик. Здравствуйте, это ты, Хвоя. Ты такая милая. Ну да, вы сразу так все говорите. Да, мы запишемся документы там попозже. Сейчас просто заберите ее, потому что я опаздываю. Куда вы опаздываете? Да на работу просто, понимаете? На работу, да. Да, конечно, на работу. За ребенком ухаживать. Так, тихо. Все, Хлоя, знакомься с этой учительницей. Воспитательницей, то есть. До свидания. Так, ладно, быстрее нужно. Хлоя, ты, наверное, сомневаешься, но этот садик лучше во всей округе. Да, откуда это? С чего вообще? Да с того, что дети здесь всегда рады. Держи булочку. А у нас шоколадки, бэби-би. Тут, блин, ну все такие. Зачем вы бежаете новенькую Хлою? Она ведь вас даже не знает. Ну тогда я ей дам бонус. Какой еще бонус? Не знаю. Но мы тогда тоже эти булочки возьмем, раз ты взяла. Я себе от этого возьму собачье печенье какое-то. Так, Хлоя, раз они тебя обидели, у тебя будет бонус. Пицца. Что? Да, обожаю пиццу. Ну вот. Вы, дети, тоже не будете скучать.
Потому что вот, смотрите мультики. Сейчас я вам включу, садитесь только вместе. Ура! Наконец-то. Вот, поделите. Наконец-то что-то хорошее. У меня тоже, между прочим, хорошее. Так, это мой песик. О, мой кусочек пиццы. Только я зелень люблю. Мне очень жаль, сейчас выберу зелень. Вы такая добрая, мне аж стыдно. Да не будьте, тебе не должно быть стыдно. Так, все, ешь. Очень вкусно. Теперь можешь садить к остальным деткам, смотреть мультики. Потом будет тихий час в другой комнате. Хорошо. Подвиньтесь, пожалуйста. Ладно, я попью тоже кофе. Никто мне не помешает. Ладно. Хлоя. Ну, как прошел тот день? Ужасно. Замечательно. А чего это у тебя замечательно прошло? Ну, меня посадили в комнату с какими-то плохими детьми. Это, конечно, плохо, но... Зато мне дали пиццу и бубочку, и еще мы смотрели мультики. Потом, был тихий час, и потом мы играли в игрушки. Ну да, конечно, тебе повезло. А мне поставили двойку, даже не знаю за что. Ну, не знаю, наверное, потому что первый день, и ты не знаешь школу и вообще уроки там. Ну да. Они думают, что я просто глупая, не знаю ничего. Просто ты новенькая, как и я. Ну да. Так, стоп, это еще что? Подарки, надеюсь, нам, да. Неплохо. Да, неплохо. Идем на второй этаж. Нет. На втором этаже только моя комната. Я знаю, на первом этаже моя комната. Сейчас я зайду, поставлю этот шар. Давай мы зайдем вначале в мою комнату. Где родители вообще? Да. Так, надо мой шарик поставить. Это здесь. Ну и переодеться. Наверное, в мою пижамку сразу. Так. Пойдем дальше. На второй этаж. Так, идем. Да, в принципе, как я думала везде. Я тоже думала об этом. Что постоянно они будут с ним сидеть. Мам, папа, что вообще были за подарки внизу? А, да, это были вам подарки. Эмма, у тебя очень крутые подушки, которые сейчас в тренде. Ты можешь их снимать и выкладывать это видео куда-нибудь. В YouTube или в лайк. И тогда у тебя будет много подписчиков или там, или там. Ну, Хлоя, мы тебе подарили... Хлоя, мы тебе подарили классный шер, который обычно очень интересен детям твоего возраста. Я так понимаю, дальше они слушать нас не собираются. Идем дальше. Это наша кладовочка. Вот, наверное, вот моя комната. Абсолютно без понятия, куда девать эти подушки. Подушек уже полно. Даже сидишь сейчас на подушках. Да, знаю. Тогда придется к ним эту подушку положить. И эту. Потому что больше некуда девать. Эх, так, ладно, родителям этот портфель не показывай все-таки. Может быть, они меня не простят никогда, если я им это покажу. Так, надо переодеться уже. В эту, мягко говоря, домашнюю одежду. Она очень крутая.
Так, ну ладно, надеюсь, мама нам еду вообще собирается готовить. Да, я тоже надеюсь. А, какой ты хороший. Вот посмотри, какое облачко. Посмотри, какое облачко. Хороший Адриан. Да, ему нравится. Посмотри, какая собачка. Вы собираетесь нам вообще нас вообще кормить или только его собираетесь кормить? Эмма, ты уже взрослая, ты умеешь делать еду сама. Сделай, пожалуйста, еду Хлое и себе. Адриан пока маленький, мы должны о нем заботиться. Что? Вы собираетесь вообще о нас заботиться? Ну, может быть, когда он подрастет до нормального возраста. Эмма, мне кажется, они нас никогда больше не полюбят. Полюбят. Вы же сдерживаете свое обещание. Вообще-то мы ничего не обещали, но... Хорошо, мы обещаем, что когда он вырастет, мы будем любить вас так же, как его, мягко говоря, да. Если он, конечно, не будет с темными волосами. Тогда вам повезет. Ладно, Хлоя, пойдем, я приготовлю еду. Раз они не хотят, раз они такие ленивыми, говоря. Садись. О, кстати, тут какая-то чашка. Тебе ее подарю. Спасибо. Пожалуйста, так, что-то у нас есть. Знаешь, Хлоя, раз теперь я готовлю, то я могу приготовить нам вкусняшки. Они ведь нам теперь ничего не сделают. Сделала нам хот-доги. С коктейлями. Ты же любишь шоколадный? Я, конечно, не люблю, но ты любишь. Так, у тебя... Так, ну вот и все. Пора покончить с этой полицией, которая за нами следит. Где сейчас он за нами не следит. Раз сейчас ночь, то должна сейчас не следить. И мы сможем наконец это сделать. Сдавайтесь, или вы знаете, что мы можем сделать вот этим вот предметом. Что я должен сделать, чтобы вы меня не убивали? Вы должны перестать за нами следить, потому что мы чувствуем себя странно. Хорошо, мы перестанем за вами следить. Только отстань от меня сейчас. Вот и отлично.